Минсельхоз России совершенствует господдержку молочной отрасли. Со следующего года процедура подготовки документов для получения субсидий на 1 килограмм реализованного молока станет проще, а лимит по ней больше. Главным драйвером в секторе выступят крупные предприятия. Сегодня на их долю приходится 44% от общего производства молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Еще один тренд – сокращение доли устаревших и низкоэффективных ферм. Замещение их объемов позволит расширение современных предприятий. Субсидироваться будут инвестпроекты по строительству и модернизации молочных ферм. В этом году отобрано 105 таких проектов по всей стране, в том числе и в Дагестане.